Сайгон — скупой город на достопримечательности, и одно из тех мест, где обязательно бывают все туристы, это музей жертв войны. Вот он находится. Перед входом в музей хранится американская военная техника, которая досталась Вьетнаму в качестве трофея военных. Можно посмотреть американские самолеты, вертолеты, истребители, так далее, так далее. Конечно, американцы натворили бед много. В этом зале можно посмотреть, какие были последствия использования американцами бактериологического и радиоактивного оружия. Такие вот рождались дети на последствия войны. Такие уродства были.